Привет всем! Всем привет! Решили мы опять поснимать. Делом надо заняться, да, Соф? Ага. София тоже уже давно просила. Я чуть-чуть приболела. Лежу. Сегодня у нас воскресенье. У Софии воскресная школа. Сейчас пойду потихонечку искупаюсь. Надо пойти тоже до храма прогуляться. Смотрю, у нас сегодня погода солнечная. Соф, ты в пекарню ходила? Как на улице? Нормально. Жарко. Жарко, не прохладно? Ветерочек есть, а так нормально. Угу. Понятно. Что у нас нового? В принципе, ничего. Все как обычно. Учеба, дом. У Софии прошло день рождения. Правда, не так, как мы с ней планировали. Я это 4 дня аж лежала, не встать ничего не могла. Сейчас пока на таблетках более или менее. Вот. В понедельник хочу по поводу лечения другого узнать. Вот, а так, в принципе, все как обычно. 8 марта справили. Цветочки у нас такие красивые. Все в шариках. Еще Софийного дня рождения. Вчера это думали, чем заняться. Взяли вот эти шарики Софии. Зацепили на волосы. Фотографировались. Прикольные фотографии получились. Так что такие вот дела. А сколько время, Зай? Ну-ка скажи мне. 11:33. 11:33. Надо потихонечку купаться идти. Знаете. Чё? Угу. Ой, не падает. Да, не отлепляется, там же этот они клей. Наклею. Да, они на клею, чтобы держались, да. Потом потихонечку, потихонечку отлепляется. Как вот эти вот. Только тут, как он называется, забыла. А это как в крапинку, что ли? Мама, помнишь? Я в комнате вот эти вот штучки валяются. У нас до сих пор вся квартира в этих штучек. Я когда с Аней разговаривала, я хотела его проткнуть, чтобы у меня голос отвалился. И его лоб в момент все разлетелось. То есть на кровати было. Какой-то фильм. Даже название не знаю, включила. Ничего-то, кстати. Можно посмотреть. К нам, кстати, приехала Ира помочь мне. Потому что я 4 дня вообще лежала. Максимум доходила до туалета. И то еле-еле. Вот, тяжело было. Приехала помочь. Сейчас, конечно, более или менее. Но все равно, если честно, страшно, что, не дай бог, опять будет плохо. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Ты в комнате у себя убралась, Зай? Нет, я сейчас буду убираться. Я хочу, чтобы робот убрался в комнате. Ну, ты сперва там это постель заправь, все сделай, потом робота поставь. Да. Ну, как раз я пойду купаться, давай, потихонечку будем это собираться, чтобы не торопиться. Ой, мама. Все, ты убираешься? Да. У нас оно до сих пор шарики. Правда, уже не летает, но внутри циферка была. 2 шарика. И в каждом шарике циферки. Одно один, другой двойка. Ой. Двойка, да, бабахнула прям. Такой взрыв был. Мы сперва не поняли, что это. А потом София смотрит и говорит, мам, смотри, что с двойкой. А единичка еще стоит, кстати.
единичка. Еще вот, правда, тут все сдулось, но цифра еще нормальная. Ой. Ой. Еще у нас был вот такой вот шарик, но он тоже уже сдувается, такой большой-большой. И фатин. Но сейчас что-то как-то уже смотрится, конечно, это не очень. Все сдулось. Надо убирать. София, сейчас это упадет, и у тебя будет все здесь вот в этом. На блюдце. Блюдце принесли? Да. Покажи свои сережки, какие красивые. Подарила мама и на день рождения. Только вот аккуратно они. Это здесь вот черное. И всегда этот отпечатки остаются. Еще такой у нее браслет. Но у нас большого. У нас вместе такой набор. У меня и у Софии есть. Надо, да, сделать браслет, кстати. Надо еще Софии вещи вот тут перебрать, а то у нас тут это постоянно склад вещей. Уроков много тебе делать? Нет. Что, тогда я пошла купаться. Всё, Алиса, включи песенки. Включаю. Прям не могу. Цветочки такие прям красивые. Цвет такой необычный. Вообще красота. На кухне вот такие вот стоят. Эти прям вообще очень распустились. Цвет такой тоже очень красивый. Тюльпанчики вообще красивые-красивые. А вот это мой набор сережек. То, что мне не нравится, они постоянно в пятнах. Их нужно постоянно протирать. Чё за... Да я про сережки говорю. Вот видишь, лежат, они ж в пятнышках постоянно. Надо постоянно протирать. Ну, чтобы не потерять, их надо убрать, где все серьги лежат. Так, все, буду купаться я. Ты что, долго сейчас, Зай, будешь убираться? Нет. Я уже оделась, можно выходить. Сейчас я, Алиса, стоп. Сейчас я все подниму. Робота запущу и все. Все, я уже готова. София сейчас пока соберется. Я не знаю, сколько времени пройдет. Что там делаешь? Помочь? Да, как вот эту штуку убрать? Чтобы робот ее зажила. На, поснимай. Ой, Зай! Ага. 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 Так. Длинная. Вот так вот, вот. Это вот так, а это пусть вот так висит. Окошко открыть. Или мне жарко, или что такое там. Или растопить. Все? Да. Так, все, сейчас буду одеваться. Будешь одеваться? Угу. Все. Давай, я уже готова. Мне уже сейчас на жарко. Смотрите, какие у меня есть духи. Так, давай вот так, наверное, тут цвет. Угу. Красиво, да, это упаковочка? Смотрю. Она всегда покупала вот такие вот. Сейчас. Вот такие вот, они такой приятный запах вообще. Вот. Их уже выкинуть. Выкинуть? А, выкидывай, все закончились. В этот раз попробовали такие взять. Ладно, все. Надо собираться. Собрались, пошли в храм. У нас на улице тепло. Я в жилетке. София тоже в жилетке. Мама только в шапке, в пальто. Тебе не жарко, мам? А тебе, дочь, не холодно? Зашли в Магнит. Купили Софии конфетки, печеньки.
А то она каждое воскресенье приходит с полными карманами сладостей. А мы еще ни раз не покупали. Она пошла, выбрала. Правда, мы уже опаздываем. Там чуть-чуть осталось, она минут 5. Поздно вышли. А нам еще нормально идти. Ну ладно, ничего страшного, я думаю. Подарили Софии сумку, да? Просила. Все, теперь с ней везде ходит. Ты зачем там наклейку наклеила, дочь? А, не корова. Корова? Все у нее в наклейках. Подходим к храму. София минут на 10 опоздает. Я думаю, ничего страшного. Мы сейчас тоже зайдем в храм. Записочки запишем, свечки поставим. И Софию в храме подождем. Дочь, все, ты пошла? Мы тебя будем в храме ждать, хорошо? Давай. Спасибо. Занимаются дети. Все спели гимн России. Не успела снять. На улице такая красота. Все, закончили. А где твоя жилетка? А, ой. Ага. Литургия. О, подделочку опять делали. Книжку дали? Да. Что сегодня у вас было? Мы вас слушали сейчас. Вы там это, гимн пели? Потом какая-то у вас это была? Игра. Игра. Только тебя я что-то не слышала. Смысленно? Не знаю, голос твой не слышал, но я больше Матвея слышала. Ага, он морал. Ну да, он такой. Видишь, как я да, активист. Матфей. Все нормально? Угу. А мы сегодня в храме с Ирой видели, что было за... Ой, Ир. Венчание. Так красиво вообще. Ты дала конфетки? Да. И там, как я поняла, надо сначала осветить, а потом туда будет раздавать. А, ну ты отдала, да, пакетик? Да. Ну, хорошо. Все? А это тебе книжечку дали? Подарили, да. Подарили? Ну, это всем подарили. Все-таки читочки делали. Ну, класс. И книжечку. Отлично. Все, пошлите. Что там такое? Пенька. София опять много набрала всего. Да. Так надо сейчас в Валбери зайти и зайти купить мясо. Ира будет борщ готовить. Мы уже домой пришли, София ходила, фруктошу, лук покупала. У нас лук закончился. Что взяла? Да. Решили сегодня не борщ варить, а сливочный суп сварим. Взяла желешки? Колечки. Зашли в Валберис. Я это забрала. Заказ. Ленту. Захотела на телевизоре, за телевизором, сделать подсветку. Ну, как типа на ночь будет ночник. Вот. Заказала одну, а она маленькая. Телевизор получается у нас в длину больше, чем эта лента. Вот заказала еще 3. Сейчас попробую, посмотрю, что у меня получится сделать. София, сейчас что, уроки будешь делать? Угу. Много чего делать? Что надо будет делать тебе сегодня? Повторить по математике правила, а по литературе стихотворения и все. И по английскому репетиторству. А русский? Русский мы с Ильичой сделали. Сегодня надо к школе готовиться, да? Там искупаться, не искупаться.
Вот только протирала сегодня это зеркало. Или я плохо протерла, или что? Надо опять протереть. Ой, не могу прям это. Тяжело. Но ноге больно ходить. Долго нельзя. Прям еле-еле пришла. Прям ногу, низ вообще ногу не чувствую, ни пятку. Вот видите, что у меня там кровь аж. Ой, пятку вообще не чувствую, больно ходить. Танцор. Скоро каникулы, зай? Ой. Посмотри, пожалуйста, там высохли носочки, мне носки поменять. Эти в стирку кинуть. Ну все, я тут сделала. Вот так у меня получилось. Такая подсветка по периметру идет. А, я хотела вставить тот USB, вставляешь в телевизор. Когда телевизор включается, и подсветка загорает. Вот. Но у меня на телевизоре не столько много USB, чтобы вставить. Получается, два шнура я вставила, а два мне пришлось в розетку. Ну ладно. Сейчас, когда еще на улице будет потемнее, и уже по-другому будет освещение. И как ночник будет. Что-то только в голову, да, не придет. Чем только не заняться. Мне понравилось. Красиво такой цвет тоже, тепленький. Не яркий. Глазу не мешает. Правда, за телевизором у нас я пыталась все как-то эти провода аккуратно. Но у нас там и плойка, и ТВ-приставка, и что только и сам телевизор. Из-за этого столько много. Ну ладно, в принципе, так сильно в глаза не бросаются. Нормально. Тебе понравилось, Дать? Да. Нормально? Да. Сейчас еще потемнее на улице будет, и посмотрим, как в комнате. Это моя новая прическа. Сегодня шарик был какой-то не голодный. Я не кушаю. Шарик? Да. Ой, покушали сейчас суп так хорошо. Смотри, теперь надо полежать. Ой. Опа, достала. Угу. Так, надо таблетку выпить. Не могу. Нога болит прям. Не чувствую ее. Больно наступать. Какая-то вся... И не чувствую ее. И какая-то холодная. Короче, какие-то ощущения непонятные. Завтра поеду на лечение. Что мне завтра пропишут? Что... А, мне надо еще в аптеку сходить. Я опять забыла. На завтра нужно купить лекарства для электрофореза. Ой. Вы видите? Тебя видно, да, но не четко. Вот ты хочешь полететь, а я не даю. А я не даю. Ты урок еще не учила? Нет, еще. Нет, еще. У меня там очень мало назад стихотворения повторить. И по математике правила. Ну да, ты говорила. Давай что-нибудь, дай мне пульт, давай что-нибудь посмотрим другое. Не хочу эти новости смотреть. Держи. Нет, мне от приставки. Thank you very much.